Со своими вопросами к главе Химок Дмитрию Волошину может обратиться любой житель городского округа. На этой неделе прием проходил в здании администрации на Московской, 15. Посетители приходили с разными вопросами. Транспортная доступность детских садов, установка приборов учета электроэнергии, ремонт подъездов. Рима Ваденко и Екатерина Сурина пришли не с вопросом, а с предложением создать в Химках коворкинги, где женщины могли бы приятно и с пользой проводить время. Один из проектов мой социальный называется «Любовь мама». У нас женщины на дому делают простую домашнюю работу. На швейных машинках шьют промо-сумочки, ну, в двух словах. Таким образом, они имеют возможность работать и воспитывать своих детей. В Москве есть реализован проект коворкингов для женщин. Мы хотим здесь тоже сделать аналогию. Ставим швейные машинки, мамы приходят, работают, и за детками присматривают наши воспитатели. Вопрос жительниц Химок Натальи Алексеевой и Юноны Медведевой удалось решить на месте. Длительное время женщины не могли добиться от управляющей компании компенсации за ущерб от протечки кровли. Коммунальщики присутствовали на встрече, так что глава округа немедленно дал распоряжение не тянуть с выплатой. А сейчас вот кто управляющая компания? Мы не знаем, нам деньги никто не хочет возвращать. Не-не-не, у вас сейчас управляет домом жилищник, тот же самый, да? Мы не знаем. Понятно. Давайте так, я просто сразу коротко. Они отказались. Не-не, я понял. Все. Все, я понял. Считайте, все решено. Понятно, да? Да. Все, когда отдадите? На этой неделе. Устроим. Перешлю денежки? Да. Великолепно. Все просто. Вообще все просто. Узнать следующую дату приема и записаться можно на сайте администрации admhimki.ru или по телефону 8 495 572 73 38.